Хёныш. Ах, хёныш. Где камни? Лапки опускай. Ну что, будешь еще из дома сбегать? Можно ее посадить, подождать, пока подождет, что я сниму рюкзак, потом ее туда складывать. Не надо на дерево тебе, ты уже там была. Ты хочешь опять на дерево убежать, да? Тихая, спокойная киса. Ой. Сейчас, погоди, сейчас хозяйка придет. Не переживай. Я вам советую ее на всякий случай свозить в ветеринарку, потому что холодная ночевка для них тоже может оказаться не очень приятным. Киса. А, киса?